Вот эта память о войне. У меня, я ничего не помню, вот кроме того, что мне рассказывали, что 3 раза бомбили город. Вот. Но для меня это, вот у нас было 16, 31 дом на улице, на нашей улице, Профинтерна, в городе Поти. И в 16 домов не вернулись отцы. Вы представляете, что это была за улица, вообще-то говоря? Вот. А я думаю, что были улицы, где еще больше не вернулось отцов. Поэтому это настолько святое, что только наши, вот, наше, знаете, вот, чванство, наше желание топать в ногу обязательно вместе со всем миром, чтобы не сказали, что вот это отсталые там или еще чего-то, или что они не извинились за что-то. Вот только это может в какой-то степени влиять, так скажем, на будущее этого великого праздника. Но даже у них, я абсолютно убежден в том, в сознании будет всегда одно и то же. Это самая великая военная победа в истории человечества. И тот, кто от нее отречется, он либо негодяй, либо он просто идиот.